домашнее животное? Под брюхом у коровы находится вымя. Именно там образуется молоко. Коровы дают молоко, это ценнейший продукт питания. Из него делают творог, йогурт и сливки. Коза – это домашнее животное. Ноги у козы высокие, стройные, хвост короткий. Из козьего молока готовят сыр, брынзу, творог и сметану. Свинья – это домашнее животное. Свинья имеет розовую кожу, покрытую жестокими светлыми волосами, щетиной. У свиньи очень хорошее обоняние. Овца – это домашнее животное. Шерсть у овцы густая, иногда завитая. Бывает белого, серого, черного и рыжеватого цвета. Стригут овец 2 раза в год специальными ножницами. Кошки – это домашние животные. Кошку необходимо кормить, следить за ее внешним видом, играть с ней и ежегодно проходить ветеринарный осмотр. Кошки редко мяукают, общаясь друг с другом. Эти звуки они припасают для людей. Когда кошка злится, ее хвостик вздрагивает. У большинства пород кошек отсутствуют ресницы. Курица – это домашняя птица. Держит куриц для получения яиц, мяса, а также пуха и пера. Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать.
Мордочка усатая, шубка полосатая, часто умывается, а с водой не знается. Правильно, ответ кошка. Ты молодец. Не придет, не ткет, а людей одевает. Шубы дважды в год снимает. Кто под шубою гуляет? Правильно, это овечка. Ты молодец. Рыжий молокозавод день жует и ночь жует, ведь траву не так легко переделать в молоко. Правильно, это корова. Ты молодец! Подпишись на наш канал.